Видновская городская котельная была запущена в 1968 году. Второй котел смонтировали в 80-х. За столько лет оборудование устарело и морально, и физически. А учитывая то, что город год от года растет, мощности котельной скоро просто не хватит, чтобы обеспечить все дома теплом. Существующей мощности 150 гиг уже не хватает. Поэтому был разработан проект, администрацией было принято решение реконструкции котельной с расширением и доведением ее мощности до 240 гигакалорий в час. В 2007 году поменяли первый котел. Прошлой осенью начали второй этап реконструкции, который включает в себя строительство четвертого котла. Видимая с разных точек города его часть – это дымовая труба. Труба сделана из суперсовременного материала, который называется углепластик. На земле собирают по три части в определенную конструкцию и затем уже поднимают наверх и там монтируют. Всего таких частей будет 9. Чтобы поднять сборную конструкцию наверх, требуется спецтехника. В данном случае работа выполняется при помощи голландского автокрана-вездехода «Липхер». Довольно-таки большая высота. Здесь получается около 84 метров высота подачи груза. И поэтому не каждый кран может подать на эту высоту именно 10-12 тонн. Как назло, разыгралась непогода, снегопад, ветер, который на высоте еще сильнее. Несмотря ни на что, установка прошла успешно. Пуск четвертого котла запланирован на весну, после чего приступит к реконструкции оборудования первых двух котлов. Это событие очень такое уникальное событие. Это бывает раз в 30 и больше, 40 и 50 лет. Поэтому мы вот свидетели такого грандиозного события для города Видное, для жителей города Видное. Татьяна Акимова и я, Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.